пусть и попробует это сделать наш первый участник, автор-исполнитель, пограничник Олег Бурлин. Слова и музыка Василия Денисова «В декабре, накрывая праздничный стол». Встречайте Олега. В декабре, накрывая праздничный стол, новогодний отдаваясь суете, вспомни грозный баграм, вспомни гаркуль-аман, дробный стук свинца по броне. Вспомни грозный баграм, вспомни гаркуль-аман, дробный стук свинца по броне. Вспомни стоны бойцов, да горящий металл, да петляющий вверх стен пальтин. Там дворец возвышался средь каменных скал, где скрывался убийца Амин. Там дворец возвышался средь каменных скал, где скрывался убийца Амин. Этот штурм стоил многого, сам посуди, каждый камень был кровью полит. Изо всех БТРов дошел лишь один, да и тот у дворца был побит. Изо всех БТРов дошел лишь один, да и тот у дворца был побит. Кто упал, себе помощь оказывался, шли упорно другие вперед. Оглянуться нельзя, чтобы другу помочь, когда бьет из окна пулемет. Оглянуться нельзя, чтобы другу помочь, когда бьет из окна пулемет. Сколько зим пройти, но тебе никогда не забыть этот памятный бой. Когда друг твой с пробитую грудью упал, тебя закрывая собой. Когда друг твой с пробитую грудью упал, тебя закрывая собой. В декабре накрывая праздничный стол, новогодний отдаваясь суете, вспомни грозный баграм, вспомни гаркуль-аман, дробный стук свинца по броне. Вспомни грозный баграм, вспомни гаркуль-аман, дробный стук свинца по броне.